Всем привет! В данном видео расскажу, как получать кэшбэк 10% при покупке билетов на Аэроэкспресс в Москве и Московской области до 15 января 2024 года. Приятного просмотра! Так, соответственно, организатор данной акции НСПК и, соответственно, вся информация размещена на сайте приветмир.ру и в мобильном приложении «Привет». Итак, что же нужно сделать для получения 10% кэшбэка при оплате билетов на Аэроэкспресс в Москве и Московской области? Итак, данная акция действует с 15 августа 2023 года по 15 января 2024 года. И по ней, соответственно, что нужно сделать? Во-первых, это зарегистрироваться на сайте приветмир.ру или же мобильное приложение «Привет», что гораздо удобнее, по номеру телефона, то есть который привязан к банковскому счету. И совершать оплату непосредственно по СБП билетов на Аэроэкспресс. Важно при этом понимать, что именно кэшбэк не начисляется при оплате через турникеты на вход и выход. Это важно помнить. То есть не через турникет. И самое важное, что кэшбэк приходит достаточно быстро, в течение 3 рабочих дней, а как правило вообще еще быстрее. И какие есть ограничения? Соответственно, 10% кэшбэк, но не больше 1500 рублей, соответственно, на одного клиента. Максимальная сумма кэшбэка, вы это видите. Максимальная сумма кэшбэка 1500 рублей на одного клиента в рамках данной акции. Акция по 15 января 2024 года. И кэшбэк 10%. И при этом важно понимать, что кэшбэк начисляется в виде входящего СБП перевода от НСПК, и, соответственно, у вас должны быть в настройках приложения банка, должны быть настроены разрешения на получение входящих переводов. Если вы регулярно получаете переводы СБП, то у вас все нормально. Если вы не знаете, как это сделать, у каждого банка есть свои инструкции, вы можете написать поддержку и уточнить дополнительно, если не нашли, как разрешить входящие переводы по СБП. То есть, чтобы вам НСПК мог начислить вознаграждение по, соответственно, по данной операции покупки, которую вы проводите по СБП. То есть, соответственно, первый шаг – это у нас на приветмир.ру. Вы проходите регистрацию, если вы это еще не сделали, или приложение. Приложение гораздо удобнее, чтобы контролировать новые акции. И далее уже оплачиваете по СБП, соответственно, билеты на Аэроэкспресс, на сайте Аэроэкспресс, или мобильное приложение в кассах и билетных терминалах. При этом важно понимать, еще раз повторюсь, что именно кэшбэк не начисляется при оплате через турникеты на вход и выход. И максимальный размер кэшбэка не больше 1500 рублей на одного клиента. Информация по адресам здесь также на приветмир.ру представлена, то есть более детальная информация приводится. Вот этот список. Ну и все подробно я вам рассказал. Все довольно просто. Не забудьте зарегистрироваться в программе лояльности. И, соответственно, совершайте оплату по СБП не через турникет. Важно помнить. Перед проведением данной акции, то есть по 15 января 2024 года. И не больше 10% кэшбэка, не больше 1500 рублей за месяц. Ну все просто. А такой был обзор акции по получению 10% кэшбэка при оплате по СБП билетов на Аэроэкспресс в Москве и Московской области. Данная акция действует по 15 января 2024 года. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Пишите комментарии, всем желаю крепкого здоровья, финансового благополучия. Всем пока!